Всем привет, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Сейчас шла по своему саду с цветами и решила составить букет прямо на ходу, прямо в руках. В общем, по центру букета у меня гортензия, выше лилия, сорвала она еще в бутонах, раскроется будет красивая. Не помню, по-моему, с розовинкой. Ну, красивая лилия, у меня все лилии сортовые. По краям ромашки. Вот еще не связала, как сказала, этот букет. Вот он у меня как шла, так и собирала. А по краям ромашки нужно повернуть их только к лесу переду, потому что они постоянно скользят. Несколько розочек. Здесь у меня аква, желтая розочка. А одна дольчевитка в этом году посадила. Ну вот вставила ее здесь. Вот, вот такая пчела прицепилась. Вот такая красота у меня получилась. Оцените. А представьте, если одеть еще сюда красивый целлофан или сеточку, я думаю, что очень-очень даже достойно. А вы составляете букеты из своих цветов? Просто я этим занимаюсь периодически. Раньше, можно сказать, даже профессионально, а сейчас периодически. Не забывайте подписаться. Если вам интересно составление букетов, пишите в комментариях. Буду составлять для вас букеты. Правда, сейчас розочки практически все отцвели. Ждем вторую волну. Ставьте лайки, не забывайте. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всем желаю прекрасного цветочно-букетного настроения и шоколадно-конфетного. Ну а пока, до скорой встречи. Всем пока!